Данное видео является блиц-ответами на частые вопросы. Папочку с этими частыми вопросами вы можете увидеть здесь. А полные ответы на интересующиеся вас вопросы вы можете посмотреть на моем канале в любой из папочек, относящихся к урокам по авторемонту. Уроки совершенно бесплатные. Подписывайтесь на канал, участвуйте в конкурсах и просто отдыхайте. Приятного всем просмотра. Итак, вопрос. При каких температурах красить автомобиль? Ну, во-первых, на каждой банке краски написаны параметры температурного режима, при котором можно красить. Но из личного опыта для комфортной покраски нужно не менее 15 градусов тепла и не более 28 где-то, даже самое комфортное 25. Если у вас уже жарче, то нужно либо брать лак медленный, чтобы он успевал растекаться, либо пожиже его разводить разбавителем.